Она техника. Так, да, комбайны работают, а что-то людей никого не вижу. Грибами пахнет. Надо проверить. Добрый день, дорогие зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Поехал я на охоту, на тихую охоту, за грибами. И сейчас, если будет возможность, если что-то найду, поснимаю и покажу. Покажу, какие грибы водятся в наших лесах. Что нужно для тихой охоты? Да практически ничего. Ведро, нож, это с собой есть. А, надо еще репеллент. Вроде комаров нету, но все равно чуть-чуть намазаться. Другого нет, только мазь. Ну и все, вперед. Лес зовет. Все подряд мне грибы не нужны, а нужны только такие, которые можно поджарить. Жена наказ такой дала. Набрать грибов на жарю. Вот какой-то есть. Ну блин, какой-то яркий красный. Красочный. На подосиновик он не похож. Вот елки-палки. Похоже на мухомор. Не, такой гриб я брать не буду. Полчаса хожу по лесу. Где грибы-то, елки-палки? Куда грибы делись? Вроде какой-то поесть. Но не знаю, гриб это или не гриб. Не, это не гриб, это поганка. Где грибы-то съедобные, куда делись? Сколько ходить можно? Полчаса? Что, у меня глаз, что ли, стал слабый? Или я не глубоко в лес еще зашел? Так в лес зайти, а потом еще с него же надо еще выйти. Может, я не с той стороны зашел, нужно было с солнечной стороны зайти. Нет грибов, елки-палки. Стой, постой, карман пустой. О. Пойдем дальше искать. Где-то должны быть. Мне главное, мухоморы есть, поганки есть. А съедобные-то грибы где? Куда вы делись? Буду ходить, пока не наступлю. Ну ничего тут муравейник с меня ростом. О, грибы. О! Так это опять несъедобные грибы. Вы мне не нужны. Вижу, вижу, вижу. Ой, это что за зверь такой маленький? Не поймешь. Ну, вроде как обабок. Маленький. Вроде как маленький обабок. Только-только пошли грибы. А это что за красавцы, я даже не знаю.
кто такие. Пусть живут, боюсь я их брать. Ну, наконец-то, хоть что-то стоящее нашел. Что за зверь, я тоже не знаю, как называется. Глазами бы не нашел. Но на него попадает свет, я его увидел. Вон он светится. Вон он. Деревом еще лежит. Как же тебя достать-то? Ну что, назывался груздем. Вылезай в лукошко. Точнее, это не грусть, это белый гриб. А, шляпка какая. Хорошая. Большой, красивый. О, вот этот грибочек. Подлежит употреблению в пищу. Ну что сказать, дорогие зрители, рановато еще. Лес сухой, сколько ходил, даже нигде лужи не увидел. Так, на разведку сходил, посмотрел, что есть. Но я был в березовом лесу. В сосновом лесу может быть по-другому ситуация. Там влага больше задерживается. Ну и главное, на супчике я маленько набрал, это пойдет. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. Смотрите мои другие видеоролики. Это я так развлекался, ходил в лес. Ерунда это, а не грибы. Сходил просто так, походил, проветрился, посмотрел. Ой, ах ты, грязь. На поле, главное, на поле грязь, солонцы. Но все равно не зря сходил. Подышал, развеялся, отвлекся. А самое интересное, я кроме грибов нашел еще седа. Свое седа. Как я его тут оставил, не помню. Столько раз ездил, возил и забыл. В общем, сколько же у меня тут рулонов осталось-то? Сколько же мне осталось тут рулонов-то? Так, раз, два, там еще за кустами. Три, вот дальше еще один, четыре. Так, и с другой стороны. Где с другой стороны? Я же видел его. Где он, где он? Где он с другой стороны? Я тебя потерял. А, вон он далеко. Еще пятый рулон лежит. Вон он. Возле самого леса. Тоже нужно ехать забирать.